Sag du Mann, sag du. Ich hab schon gedacht, so hat es. Ja, bist du dran reisen hinter. Ich sag du, ich bin gar nicht weiter. Это уже как бы не дачный массив, а вот маленький деревья. Какая тут колбасой запахла. Ты колбасу можешь лопнуть, что ли? Березка какая, смотри. Да. Большая. Домик такой срубовой. Рядом с ней. Классно, да? Угу. Смотрится. А здесь собака большая где-то. Я помню. Помнишь? Ну, собака была. Сейчас как гавкнет из угла. Красивый как. Цветочки тут. Тут дом. Ага, красиво. Ой, ой, сколько, смотри, шишек. Офигеть. Вся в шишках. Дома. А, и улица у них та же. Что и название. Вот, давай ты по луже пойдешь. Киоск раньше для охранника стоял, вот сюда тащи. Ну, по-моему, там не работает. Ну, нет, наверное. О, слива. Синяя. Березки, смотри, свежие. Молодые. А, и там красиво как. И солнышко такое. Ты что на мою тень смотришь? Что-то пахнет чем-то. Ой, мама. Пудель, смотри. Это, наверное, пчеловода возили такие. Пасека. У кого-то уже здесь, кстати, была пасека. Стояла такая штучка. Где-то. Чуть ни одной собаки. Только пудель. Хорошо вышли. Мы вышли немножко погулять. Да нет, а что ты хотел? Ну, молодец. Чего говоришь там? Овражка. Овражка? Ну, как ты их называешь, интересно. Так, ну, какую интересную жизнь ты видим. Сапл, например. Сапл. Ба, тут дубов сколько. А долго идти по лесу? Нет. А то как в прошлый раз, сейчас ты помнишь, мы шли? Ну, он весь заросший, а раньше был пляж, песок. Когда мы еще... А, это не весь заросший. В 2011 году ты еще приезжал первый раз там на дачу, мы проходили на этот пляж, и там что-то. А сейчас все. Слушай, там тоже овраг. Люди давно не приходят. А тут две дороги. Направо да, пойдешь, конечно. Песнь заводишь, налево, сказку ну, говоришь. Не пойдешь, один, ну, пойдем. Там чудеса, там. Там круто. А ты не помнишь вообще, что там должно быть-то? Мне кажется, такой дорогу не видно, она выйдет. Она одна. Уверен? Да. Почему их две тогда? Ну, она как бы две, а Кенелю ведут оба. Уверен? Уверен. В то прошлый раз мы тоже что-то шли. Очень долго. Да вон Кенелю, вон. Как бы видно. Смотри, какой лес. А, ну вот, это дорога, да. Она? Угу. Я после дождя. Просто вот я после дождя ходил тут, по-моему, прыгал тут через грязь. Через что? Грязь. А, я думаю, через лужу.
Деревья такие паданные. Лес такой, кажется. Тут берегу Памятного сейчас обойдем. А, вон тропинка даже есть. Ходит, значит. Такой лес мокрый очень, кажется, да? Он давно, конечно, уже упал. Я потом монтирую. Программки. Вот и пляжик. Да, еще дорога есть. Выходим. Тут протопленная дорожка. А где лопухи? Песочек. А ты говоришь, лопухи, лопухи. А они там дальше. Вон они. Ну нет, пошли. Мы с папой другой видели, я помню. Да, ну и этот. Ну мельче он был. Да давай купаться. Он был мельче, прям я помню. Тут что-то загорает, так, деревья здесь растут. А вот смотри. Кто? А вон шалфейку или что там растет? Нет, другой, по-моему. Пойду искупаюсь. А что там за белые яйца? Яблоки что-то. А, это яблоки? А, я думаю, куда они подевались? А чем это? Осень их мало. Мало их не так. Если они просто ехать, лучше, конечно, так и ехать. Да, ты не купаешься так хорошо. Ну тихо там, на заднем фоне. Тихо на заднем фоне стой. Стань и стой. Ну, Жень. И даже сесть именно сзади меня. Ну, Жень. Самец отвечает такой птичке. Самец. Шаги. Какие шаги? А ты ртом что делаешь? Чего я делаю? Ртом. Ага, это... Скажи, акула. Где лягушки? Нет лягушек. Нету лягушек.
Ну, Женя, я снимаю. Ты не видишь? Угу. Сейчас вообще обижусь. Рыбаки сидят, интересно. Как сова. Давай, еще раз. Что еще раз? Поехали. Ну что там интересного? Что там видишь? Что там видишь? Не слышу. Что там увидел интересного? Ну что там? Ну что там? Ну что там? Скажи, ну что там? Спрашивал, решил сама посмотреть. Ушла под воду. А? Вылазит, смотри, смотри. Что ж там происходит такое? Ого! Это что такое было? Вылезло. Ничего себе. Сейчас теперь та полезет. Это он теперь точно не нагнется. Ты ее там что-то держала.